Ну что, Гоша, Гашан, привет тебе, да и, конечно же, всей Колыме. 5 апреля вся страна наша гудела, она отдыхала, просто праздновала, потому что именно у этого человека, у Гоши, был день рождения. И ему исполнилось, сколько бы вы думали? Нет, 29 лет. Этому человеку хотелось бы пожелать многое. Богатство, которое у него, безусловно, есть. Друзей огромное количество. Здоровья богатырского, сибирского, магаданского. Но самое главное, что хотелось бы ему пожелать, это скорейшего переезда. Почему переезда? Нет, Колыма, конечно, потрясающий край. Там есть такие районы, как Хасынский район, Ольский район, Ягодинский район, замечательный, потрясающий город Сусуман, поселок Ягодное. Ну это же красота. Нет, там, конечно, классно. Но в Москве немножечко лучше. Может быть, чуть-чуть теплее, может быть, чуть-чуть чище. Ну, чуть-чуть, если только. Самое главное, быстрее переезжай, обустроиться, найти хорошую работу, заработать огромное количество денег и начинать уже кайфовать от жизни. И когда станешь очень сильно богатым, приедешь, как любой москвич, в Якутию, соберешь всех друзей, вот там все будет, муксун будет, вот это вот все вкусненькое такое, там что-то там из оленятины, вот это вот, ну, красиво возьмешь такую стопочку водочки и скажешь ребятам: блин, ребята, все-таки дома гораздо лучше. Поэтому с днем рождения, и пускай все твои планы сбудутся как можно быстрее. Мотивастар. Делаем людей счастливее.